Daniele, vejo. Еще один корабль плывет. Ну что ты делаешь, скажи, пожалуйста, ты что, дурачок, что ли? Мало того, что ты свинячий, что ты подбираешь? Дамба мы с Рустамом дошли. Вот до белого. А дальше все уже устали. Ну да. Рустам мне сказал, я бы еще пошел бы, может, дальше. Вон еще один самолет садится. Они сядут потом на автобусе доехать. Что? На автобусе нельзя доехать. Не-не. Не, нельзя. Вот до сюда подошли. Вот плывет. Феликс Дзержинский. Развернись, Эль, поверни. Там самолет каждую секунду садятся. А? Самолет каждую секунду садятся. Да. Кто сранил? Еще долго так лезет? Ну, уже должны скоро уже. Домой. Подплывать. Уже домой. Домой. А вон самолет. Это взлетает, наверное, как-то. Ну, у меня на камеру не заснимет все равно. Он, кстати, на речном плыл, я помню. Так. Ага. Вот мы ее догоняем. Баржа. Ну, не баржа, а вот это ремонт. Я хотел в Долгопрудном жить. Что? В Долгопрудном хотел жить? Не, у нас лучше. Кран такой, вон, ну. Водитель, смотри. О, яхта. Машинист, смотри. Да, смотри. Машинист? Вот. Это не машинист. Вот.
Одна трусика. Да. О, смотри, корабль там какой-то стоит. Разобранный. Разобранный стоит корабль. Вот тут начинается уже потихоньку. Тут начинается потихоньку хранилище уже. Да, волны. Вот еще раз выгоня. А там тубик там небольшой там. А как вы на Клязьмина в это хранилище? Вы тут не хранилище? Не, там оно дальше в это хранилище начнется. Ну да, и вот я и говорю это. А там можно было, наверное, пройти до тубика и сюда развернуться. А, не знаю. Вот там вот я думаю. Смотри, на той стороне тоже есть. Да, там тоже есть развернуться. Так, а сюда подойду вот так вот. Солярка пахнет, да? Да. А там еще внизу еще будет. Еще раз видение вот.